Всем привет, ребята, с вами Катеринка, но я буду только в начале. У нас сегодня еще один юбилейный выпуск, 60-й, и я хотела сказать всем огромное спасибо за то, что вы смотрите наш канал, за то, что вы смотрите такие длинные выпуски, присылаете свои рисунки, комиксы. Спасибо вам за это большое. Также большое спасибо хотела вам сказать за то, что вы ставите лайки, за то, что вы подписываетесь на наш канал. И еще хотела сказать всем огромное спасибо, кто пишет комментарии, защищает наш канал, защищая нашу работу. И тем спасибо еще, кто отвечает на комментарии других ребят, особенно если кто-то спрашивает, куда отправить рисунок, и им кто-то отвечает. Спасибо вам за это большое, ребята, что вы, можно сказать, помогаете мне, тем самым отвечая за меня. Также хотела поблагодарить тех ребят, которые долго ждут свои рисунки, и 2 выпуска, и 3 бывает. Мы не можем не показывать ваш рисунок, потому что очень большая у нас очередь создалась, мы просто уже не успеваем все ваши рисунки проверять, собирать, вот, поэтому будьте внимательны. И большая просьба, Бенди с Борисом постоянно это говорят, ребята, обратите внимание то, что на перемотке рисунки можно не все увидеть, то есть третью часть перемотка просто не показывает рисунков, и вы можете так просто не найти свой рисунок. Кто очень долго ждет, вот у нас тут один комментатор уже 2-е или 3-е видео пишет в матерной форме, где мой рисунок. Я у тебя 2 раза спрашивала, как, что там было нарисовано, но ты мне не отвечаешь. Я уже решила обратиться через видео, ответь мне, пожалуйста, что там у тебя нарисовано под этим видео, что там за рисунок был, наверняка он найдется, я тебя обязательно найду, в каком он был выпуске. Ну все, ребята, всем спасибо за внимание, я уступаю свое место Бенди, Борису, Алисе и Сэмми, и говорю всем пока. Ура, ура, Борис, Катеринка ушла, слушай, давай смоемся, а вместо нас будут Алиса с Сэмми тут выпуск делать. Не, Бенди, ну так дело совсем не пойдет, у нас все-таки юбилей сегодня, как-никак. Борис, а у нас тортик сегодня будет? Нет, тортика не будет. Как это не будет? В прошлый юбилей была куча тортиков. А сейчас не будет, потому что Сэмми балбес боится пауков. И он когда торт наш единственный нес, ему паук на рожу присел, и он, короче, хана нашему торту наступила. И все, мы теперь без торта остались. Эх, ну ладно. О, смотри, Борис, а это кто там на горизонте? Это хейтер. А что он несет? Он дизлайки несет. Так, надо с ним разобраться. А что такое дизлайки, Борис? Ну это такой палец вниз. Это когда тебя не любят и не хотят, чтобы ты свои видео показывал. Меня многие называют злым. Вот я буду назло всем хейтерам показывать свои видео. Не дождетесь. А ну-ка, ребята, фанаты, разберитесь с ним. Давайте, тащите лайков побольше. И каждому в глаз по лайку воткнем. О, Бенди, тут ты что такой жестокий? Зачем в глаз? Можно в другое место воткнуть. Борис, это кто из нас жестокий? Да ладно, ладно, шучу я. Мой лорд, помогите мне выбрать футболку, я никак не могу определиться. О, вот смотри, Борис, и Сэмми пришел. Сэмми, ты почему наш торт уронил? Извините, мой лорд, я не хотел. Просто этот паук появился непонятно откуда и... В общем, извините меня. Ну ладно, ладно, Сэмми, не переживай. Так что там у тебя с футболками? Да вот, мне тут кучу футболок нарисовали, я теперь не могу определиться, какая красивее. Ну давай показывай свои футболки, мы сейчас с Борисом тебя оценим. Ну-ка давай, Сэмми, поглядим на твои футболки. Не, это мрачновато слишком, тут непонятно вообще, что нарисовано. Это слишком модная для тебя, это слишком простая. Ну ты не гусь же. Давай дальше. Во, вот это подойдет. Во славу Бенди. Отличная футболка. Ну ладно, Борис, хоть раз в жизни послушаю тебя. Мне тоже нравится эта футболка. Так, ребята, а вы Генри приукрасили там? Сделали его красивым на юбилей? Да, конечно, мой лорд. Я ему причесочку поправил. Вот, смотрите. О, Генри красавчик. А гости у нас сегодня будут? Какие-нибудь новенькие? Ну, новеньких навряд ли у нас будет. Бенди, у нас все те же старенькие. Сейчас я тебе подберу фотографии, кто у нас сегодня будет. Вот смотри, Бенди, Undertale, как всегда, на каждой нашей вечеринке присутствует. Естественно, Чара с ножом, Чара без ножа. Ну, также у нас, скорее всего, будет вот FNAF весь присутствовать, Фокси. Это вот, это Фредди, Золотой Фредди, может быть. И хотя я могу ошибаться, это Undertale-овские коты даже в гости придут. Ну и, конечно же, какой же праздник без пони.
пони правят миром. Скоро они там захватят его даже. Говорят, вот еще одна пони карандашом. И даже сумасшедшие пони у нас будут, которые любят ломать гарпун. О, ну и конечно котики, да. И какое-то вот существо тут даже волшебное у нас будет. Голди вот еще какой-то. Слияние Бенди и Вики даже к нам придет в гости. И Джоуи тоже придет. И Человек-кружка. И кто это у нас тут? Торт и пятнышко. Торт и пятнышко. А кто-то такие ребята? Вы не знаете, кто такой Торт и пятнышко? Может, это, конечно, персонаж автора? А может, кто-то из мультиков? Да, девчонки еще придут. Смотри, девчонки. Ой, шиперы придут. Да ладно, и шиперы придут. Конечно. И свои шипы с собой прихватят. Вон, смотри, сколько тут шипов нарисовали. Вот даже вот такой нарисовали. Да ладно, Борис. О, что, юбочки нарисовали? Да как же без юбочек? Ты же должен быть красивый. Да, я вот их встречаю тут, да, на пороге, видимо. Ты уже должен был привыкнуть к юбочкам. Вот, к обнимашкам. Девчонки любят тебя обнимать. Смотри, вон, ути-пути, как они тебя тискают. Да, девчонки любят. А это кто? Где? Да вот этот вот пацан. А это Вовчик, он будет у нас вышибалой, если вдруг гости слишком засидятся, чтобы повышибать их потом. Да, рисунки разобрать нам никто не хотел помочь. Нет, таких не нашлось. Так, слушай, а музыкальная программа у нас будет какая-нибудь? Да, конечно, Бенди будет. Вот Алиса нам будет петь, обещала спеть. Что-то я сомневаюсь, что она петь умеет. Ну, не знаю, обещала, говорит, спою вам хотя бы так, с юбилеем. О, Борис, ты лучше не пой. Еще Олеся обещала прийти на трубе сыграть. А ну-ка давай посмотрим, как она будет играть на трубе. Ух ты, как клёво, можно я тоже попробую? Может, не надо? Помнишь, когда Олеся спала, у неё будильник с таким же звуком заделинкал, а вместо неё Ред проснулась? Помнишь, как ты еле-еле ноги унёс? Тебе ещё тогда повезло, что Алиса мимо пролетала, спасла тебя, а то, может, мы тебя уже и не увидели. Это да, это точно. Ну ладно, не буду, тем более я на трубе-то играть не умею. Слушай, Борис, а красивые костюмы сегодня у нас будут? Ну давай поищем, я думаю, ребята что-то красивое нарисовали и для меня, и для Сэмми, может быть. Хотя не, у Сэмми уже футболочка есть, ему хватит. И для Алисы сейчас наряд найдем. Ты знаешь, Бенди, что-то тут проблема с нарядами, вот для Алисы только нашел. О, ну Алиса тут вообще шикарно выглядит. А это какая-то новая Алиса, продвинутая написана Алиса, видал? А это Алиса в сиреневом, тоже ничего так выглядит. О, а это я, смотри, я буду самый красивый тут на празднике. И Алису переплюну. Вон, у меня крылья какие демонские. Так, а это чьи наряды? Не знаю, Бенди, ну твои, наверное, по-любому. Потому что все для тебя рисуют, а здесь ты уточка. Это какой-то новый тренд, я смотрю. Многие пишут, я уточка кря-кря. Слышь, девчонка, я моднее, чем ты. Да ладно. Да, конечно, зацени. У меня даже, смотри, юбки горят и гарпуны горят. Не, я все-таки не в тренде. Так, а здесь вот у меня что-то с ногами. Меня тут как сатира нарисовали, я так понимаю. Ну, костюмчик ничего, хорошо сидит, розовенький. А может быть, в шортиках просто? Да нет, Бенди, ну ты что, это все-таки юбилей. 60, ну не лет, конечно, но все равно надо прилично выглядеть. Ну да, что это я глупости говорю. Слушай, Борис, ты пойди на кухню, сбегай, помоги там Сэмми хотя бы печенье состряпать, раз уж вы торт наш угрохали. Ой, я тут ни при чем, это все Сэмми виноват. Ну ладно, ладно, не важно, кто виноват, ты иди. А я пока тут истории у ребят посмотрю. Ну ладно, пойду помогу этому безрукому существу. Так, Борис ушел, теперь мне нужно раздобыть немного печенья. Ну я же провалил две миссии. У тебя есть печенька? Нету. А, Сэмми, за что ты меня привязал? Мой лорд, вы съели слишком много печенья. Вам уже хватит. Ну, пожалуйста, Сэмми, но у меня же юбилей. Я еще хочу. Хорошо, мой лорд, только если вы прочитаете все истории от ребят. Ну ладно, ладно. А ты мне дашь тогда 10 штук за это? Хорошо, мой лорд. Нет, я передумал. Не 10 штук, 10 килограмм. Мой лорд, вы что, сошли с ума? Нет, я не сошел с ума. Я не лопну, если что. Я все съем, в меня все поместится. Я буду как колобок, но я съем 10 килограмм.
и ты мне их состряпаешь. Ну ладно, мой лорд, только ради вас. Так, нам с Алисой надо посмотреть фильм, и нам нужен попкорн. Что тут написано? Ничего не пойму, по-китайски, какой-то китайский попкорн. Ладно, думаю, 10 минут будет достаточно. Так, о, кажись, сготовился. Чё-то пахнет не очень. Алиса, держи попкорн. Я не буду это есть. Ты же говорила, что любишь. Странные эти женщины. Эй, девчонки, печеньки кушаем. А пацана не угостите красивого. Да держи, держи, пацан, только отвали. Спасибо, девчонки. Где это я? Ты в креаторе создания. Кто ты? Я чернила. А, ты мой подданный. Конечно же, мой лорд. А, шикарно быть созданным. Ох, мой лорд, мне пора. Постой, я хотел печеньку попросить. А когда на море качка и бушует ураган. А, Митли? Ты приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам. Идем, Бенди, тебе нужно сделать прививку от гриппа. Нет, 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 я не хочу, я боюсь. Это будет совсем не больно. Маленький укольчик, коль и все. Если в виде пони я выгляжу вот так, то как человек я должна выглядеть вот так, я красотка. Эй, осторожней со своими крыльями! А, мой глаз! Бери свой противный хвост! Ты уже задолбал! Мне же больно! А мне-то как больно! О, куда это она собралась? Эй, Олеся, ты куда? Я в лес за грибами. О, а можно с тобой? Конечно! Я очень рада, что вы со мной. Почему она меня схватила за кудри волосатые? Странный стих. Стоп, кудри – это же волосы, это значит волосы волосатые, а волосы волосатые – это же волосы с волосами. Этот комикс частично посвящен темной башне. Эй, привет! Привет! Пойдем на темную башню. Ну пойдем. Что-то скучновато. А! Что это было? А! Какой ужас! Не зря мы пришли. Да, классный был фильмец. Привет, я Бенди. Агась, привет, я Борис. Чё делаешь, Борис? Да вот из окна выпрыгнуть не могу, зацепился. А зачем? Да мне скучно было. Помоги. Ладно, ладно, уже бегу, ну как-то глупо это все. Да я знаю. Офигеть, ты тут реально зацепился, сейчас я тебе ножичком отрежу. Подожди, нет, нет, нет. Да, странный ты, Борис. Еще раз будешь пытаться в окно выпрыгнуть, я тебе уши поотрываю. Что тут происходит? Ничего не понимаю. Бинни? Нет, почему? Почему? Почему я Бинни? Почему? Покачану! Я решаю, жить тебе или нет. Ах, Бенди, на тебя вся надежда! Спаси нас! Так, кто обижал нашего друга Клима? Чернильный демон вышел на охоту! Фоксик! Что? Фоксик! Что? Фоксик! Что? Ничего! Надоел! Фоксик, подпишись на меня, пожалуйста! Ладно, только отстань! Эй, Гастер, я Санса убил! Что? Да я пошутил, пошутил! Стой, батя! Спасибо, Санс! Не за что, бро! А? Избушка? Да ладно. Может быть, там есть что-то полезное? Отпечаток. Вау! Что она там увидела? Что меня она там увидела? А может быть, она увидела там американские горки? А может быть, она там увидела говорящих пони? Ну почему конец? Ну где, где? Что она там увидела? Мне же интересно. Где вы, мой лорд? Лорд. Там-парам-па-па-па-пам. Мой лорд. Да иди ты сами. Извините, я вас не заметил.
Как ты назвал мою сестру? Извините, я не помню. Эй, Бенди, помоги мне! Не, Борис, сам выкручивайся! Митли, ты чё, в КВН работаешь? Меня раскрыли. То я вообще-то пошутил? Да блин, кто там? Вау, мне тебя жалко. Я возьму тебя к себе. Идем, назову тебя Микки. О, печенька! Ням-ням-ням! Кто съел все печенье? О-о-о, кажется, пора валить! Это Борис все съел! Мой лорд! Жрите! Вот ваш обед! Че-то я не понял, Сэмми, это что сейчас было? Извините, мой лорд, но это не я рисую комиксы. Я великий гусь три шестерки! Может быть, ты гусь три шестерки? Может быть. Ну и чё? Ой, да ничего, отстаньте. Создатели, они же верили вам, а вы их убили. И только для чего? Для веселья? Сэднес, успокойся, приди в себя. Нет, зачем? Чтобы меня так же разрезали, нет. Сэднес. Так-то, Сэднес, ты не понимаешь, ты еще мал, чтобы хоть что-то понимать. Лучше веди себя хорошо, а то получишь такую же участь. Я внятно объяснил? Да. Да, создатель. Молодец, иди к остальным. Разговор окончен. Сэднес, я это сделал только ради тебя и твоей жизни. Ты должен это понимать. Сэднес, ты в порядке? Не волнуйся, все хорошо. Создатель, почему? Почему вы это сделали? Просто так, они были ужасны, я их порезал только из-за скуки, но я рад, что у меня есть такой совершенный экземпляр, как ты. Создатель, как вы... Сэднес! Не трогайте меня, вы убийцы, зачем надо было их убивать? Сэднес! Не подходи ко мне! Ребята, кто не видел первую главу про Сэднеса, можете посмотреть ее в предыдущем выпуске. Что ты тут делаешь? О, это еще что такое? Спалить нафиг этот комп! Ну что тебе, Борис? Ты съела мою колбасу! Нет. Все-таки ты съела мою колбасу! Бенди, у меня есть для тебя подарок! О, давай, Борис, давай, что там? Ты издеваешься, опять юбка! А что тебе не нравится? Я люблю вас, Катеринка, я люблю вас! Передайте привет от Сэмми, обнимашки! Сэмми, а ну-ка быстро побежал, обнялся с автором рисунка! Бенди Лошара! Нет, я красава, сам ты Лошара! Так, а здесь кто-то сошел с ума! Бенди, ты не видел, где чернила Джоуи? Нет, конечно, не видел, Борис, я их выпил и забыл! Дай печенье! Нет. Дай грёбаное печенье! На, держи, так отстань, бро! Так, а здесь девочка спала-спала, вдруг утро ее разбудило, я все замазал чернилами, она спит дальше, замечательный я помощник. Так, а здесь я дразню, по-моему, Диму, тут так мелко написано, ничего не видно, и в итоге я получаю в рог от Димы. Так, отдай мой спиннер, кричу я, не отдавай, он мне уже надоел. Вы не хотите драться с Бенди и... побеждаете его. Эх, прости меня, человек, я не знаю, что на меня нашло. Давай обнимашки. Давай, Бенди, обнимашки. И все счастливы, посадили дерево, вырастили сына и построили дом. Какие же они няшные, да, особенно я. Кот, не знаю. Чё, ничего, уже выпуск у нас заканчивается. Вот, смотрите, еще много няшек. Соник даже тут и там нарисовали, мой братик. И Декарта даже сюда влепили. И Анти Бенди, и Таттл Тейл. И кто тут еще? Олеся. И я там вон в уголке, автор. Карл, что это? Он пришел на день рождения к Верке. Алиса, это ты съела печеньки? Ой-ой-ой, пора валить, говорит Алиса. Как мало осталось до школы! Это же может стать новым этим самым, новым... все, я уже забыл слова. Борис, что я должен был сказать? Ты должен был сказать, что 1 сентября это повод... Я тоже забыл слова.
Вот и замечательно, да, вот уже и конец передачи наступает, а мы слова забыли. Это новая тема, мы хотели сказать, что это может стать новой темой для наших выпусков. Так что, ребята, кто идет в школу, рисуйте нам 1 сентября, рисуйте нам уже школу для следующих выпусков. Наверное, уже для 63-го, наверное, будем школу рисовать. А сейчас мы с вами начинаем потихонечку прощаться. Сейчас пойдут у нас приветы. Привет, передавалочка, поздравлялочка от Олеси, от нас, от всех. Вот, а я с вами, ребята, прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока, ребята, я тоже говорю всем пока. Еще увидимся. А теперь приветики от Олеси и ее темной стороны Ред. Равегкш, привет! Миша Жуков, привет! Анна, привет! Арука Апельсинка, привет! Собачун и Алиса Попова, приветик! Женя Котейка, привет! Душки-подружки, привет! И Ольги Назаренко! Поздравляем с днем рождения Александра Стельмощука, Яну Милованову, Веру Ковалеву, Читу Дарк, Елизавету Косинову, Влада Васькина, Надежду Потерину, Фауну Дэш Принцессу, Папайруса Санс, Супер Фокс, Тельмощук Александра, Соню Арт, Георг Казиева, Юлю Лаварчук, Ксюшу Плигину, Ксению Бекирову, Екатерину Гладышеву, Настю Кудимову, Олю Старухину, Вячеслава Лыжко, Катю Осадчую поздравляем с днем рождения, Веру Ковалеву, Зереру Стамкызы поздравляем, Кристину Мореву, Нелли Гимазову, маму Сабины поздравляем с днем рождения, маму Мриты поздравляем. Саша Ирискина, привет. А я передаю приветик Яне Супер Рисовашке, привет Ангелине Шестаковой и Олесе Коськовой. Всем пока, ребята, и всем огромный привет. Надо радоваться. Не надо напрягаться, надо радоваться, не надо напрягаться.